Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Американский художник Джордж Петти, прославившийся своими иллюстрациями полуобнаженных игривых девушек, нарисованных специально для журнала Esquire в 1934 году. Позднее этих красоток стали называть Petty Girls, а их изображения приобрели чрезвычайную популярность. Во время Второй мировой войны американские летчики украшали Petty Girls фюзеляжи своих истребителей. Известный бомбардировщик Мемфис Белл также был украшен такой картинкой. Я цитирую Википедию. Родился 27 апреля 1894 года в штате Луизиана. Позже семья переехала в Чикаго. Здесь его отец открыл фотоателье. Джордж Петти неохотно учился в средней школе, но с энтузиазмом занимался оформлением школьной газеты, где прославились его художественные наклонности. Учаясь в школе, он поступил в вечерние классы Академии Чикаго, где его преподавателем был Рут Ван Сикфорд. Также он работал в отцовском фотоателье, где научился пользоваться аэрографом. Затем изучал искусство в Парижской академии Жульяна под руководством Жана Поля Лорана, вплоть до 1916 года, когда Первая мировая война заставила его вернуться в США. Петти приехал в Чикаго и работал в качестве ретушера аэрографии на местной полиграфической фирме. Утвердился как свободный художник, создавая работы в стиле пин-ап для журнала домашнего хозяйства Household. В 1926 году он смог открыть свою собственную студию. Созданием своих произведений занимался до 1956 года. Был гостем популярной американской телепрограммы What's My Life. Умер 21 июля 1875 года в Калифорнии. Вот так вкратце из перевода на Википедию о Джордж Петти, американском художнике, который прославился своими иллюстрациями полуобнаженных игривых девушек, нарисованных специально для журнала Esquire в 1934 году. Я пользуюсь Википедией. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.